Парень, всем здорово, Саныч, на связи. Сегодня некая особа нам рассказывает, что же делать в том случае, если тебе написала бывшая. Если вам написывает ваша бывшая и уже просто задолбала, не нужно никаких черных списков. Спросите просто, как живешь? Как локти вкусные? Нет, вот я не знаю, у кого как, но вот при слове «написывает», хоть мужчина, хоть женщина, у меня перед глазами стоит только одна картина, когда она мочится. Что, откуда это слово взяли, написывает? Куда? На лицо? Что, золотым дождем занимаетесь? Угомонитесь, люди, ну хватит тут херней этой заниматься. А если серьезно, у меня несколько случаев таких было, когда мне писала бывшая, как бы, но я такой человек, я никогда не влюбляюсь, не залипаю, как бы, там, я там спрашивала, как дела, там, как живешь, туда-сюда, я общался с ней, естественно, там, и пару раз ее чпокнул, как бы, вот, конечно же, если ты человек влюбчивый, ты залипаешь на женщин, и ты расставался с ней, так скажем, в муках, да, мучился от любви от этой всей, конечно, тебе это лучше в черный список, вообще лучше с ней не общаться, а так, почему нет, на разок, на два, на три, и ей хорошо, и мне приятно, во, вообще супер.